Всем здорова, с вами Костян. Сегодня я хотел бы поиграть в Call of Duty Modern Warfare 2019 года. Я в ней уже пару раз играл, и в новую играл Cold War. Вот, если сравнивать эти две части, то мне больше нравится, конечно, самая новая. Она более интереснее идет, чем вот эта. Тем более, тут я еще все карты не знаю, я только недавно вот ее взял поиграть у знакомого. Ну, по сравнению с новой частью этой, что мне радует в этой части, короче, здесь все более плавно идет, нежели в Cold War. Не знаю, с чем это связано, что типа другие разработчики эту игру делали. А так, блин, ну вот. Он по мне стреляет, я его даже не вижу, короче. Не знаю. С одной стороны, игра, ну, довольно динамичная, тоже интересная, но по сравнению с Cold War такое себе. Так, взял я, короче, MP5. Режим командный бой. Игра по-немецки, так что не задавайте вопросов, почему не по-английски, не по-русски. Просто у меня нет этой игры по-русски. Так, посмотрим, короче. Сейчас попробуем беспилотника набрать. И все другие киллстрики, которые здесь присутствуют. Блять, конечно. По сравнению еще с Cold War, я хочу всегда, блядь, включить этот, как его, ой, включить, жизнь пополнить шприцом. А здесь, короче, шприца нету. Здесь какой-то есть шприц, но я его еще не открыл, я не знаю, что это за шприц. Вот. Короче, я в этой игре еще, короче, блядь, новичок, пиздец. Так что не суди грубо, если получится, хуёво. Надо будет как-нибудь мне достать новую часть и потом в нее порубиться. Короче, если видео вам понравится, если интересны такие видосы типа по мультиплееру от Call of Duty, то пишите в комментариях. И подпишитесь на канал, если вам понравится такой формат видео. Это начинающий, можно сказать, видео на моем канале в YouTube. Я уже давно планировал записывать летсплеи, стримы там от разных мультиплеерских игр. Вот это, можно сказать, мой будет начало. Ладно, меньше болтать, надо будет сконцентрироваться и немножко поубивать. Вот C4 тут как-то еще тоже непонятно летает. Cold War ты ее кинул, она, блин, на 3-4 метра летит, и это прям реально приятно. А здесь ты ее кинул, непонятно, летит, не летит, летит, нет. Так, ладно. Че, давай будем их немножко разъебывать. Испанец. Пинг довольно нормально, так что, ну, европейский пинг. Как на компе игра, не знаю. Я играю сам только на плойке. Блять, много пизжу. Ну, по сравнению с Cold War, я не знаю. Cold War, она как-то подлагивает, что ли, это более плавно идет. Не знаю, с чем это связано. Типа, может, на плойке 4 все. Ну, с плойкой устарело, что там говорить. А на пятой я смотрел сравнивание, вроде нормально идет Cold War. И на компе тоже, ну хотя на компе тоже бывает фризы какие-то, подрезает. Тоже как-то подлагивает. А вот эта часть прям, что-что, а вот плавность, вот офигительно. Вот такую плавность бы в новой части, все будет прекрасно. Сколько здесь карт, я даже не знаю, блядь, а откуда стреляют? Карты, я вот играл в нее пару раз, но тут пиздец. Вот в этой части тут все крысят, тут можно же за угол как-то становиться, я видел. А, ну пофиг. Ну я как ну поиграю, короче, пока это вообще, я еще не разыгрался. Моя первая катка, мы, конечно, вторую катку тоже потом сыграем. Так, сколько там? Вот что я не пойму, вот тут не написано, вот я убил два раза, да? А сколько меня убили, я не вижу. Вот как это посмотреть? Не знаю. Почему это не показывается, я не понимаю. Вот в новой части там все сразу понятно и видно. Бля, ну это пиздец, смотрите на мою команду, все сидят. И твои забрали, как их забрали? Бля, гранат, понятно. Блять, сука, испугался. Ладно, давайте. Надо уже показывать хоть какой-то геймплей. Так, это чей наш? Да. Исчез, пиздец.
Блядь, ну эта карта, это вообще конченая. Ну откуда он сидел? На, блядь, на автобусе, да ты серьезно, что ли? Сука. Если некоторые это... Дроны, это, короче, по-немецки, это беспилотник. Я потом посмотрю, получится по-немецки поставить, но хотя я в настройках смотрел, блядь. Вроде нету английского языка, так бы я вам на английском поставил язык, чтобы хоть более-менее понятно вам было. Нет, карта, конечно, не знаю, мне она не нравится. Ну это, конечно, я играю очень плохо. Двоих только убил, но это вообще... Бля, пиздец, короче. Вот, я не знаю, куда идти, все сидят. Если дальше пробегу, меня хлопнут, это по-любому. Что там, на автобусе никто не сидит больше? А, вот так же и сидит. Вот, видите, вот по сравнению с этой частью снова, тут вообще геймкемперов, тут нереальное количество, но он сидит. Он как меня убил, он до сих пор тут и сидит. Пиздец, я так плохо играл, а все равно мы выиграли. Надо будет, может, другую пушку взять. Перки так себе, если честно, по сравнению с новой частью. Там более поинтереснее. Здесь какие-то, не знаю, непонятно. Я просто еще это не разыгрался. Это... Ну, я играл игру пару дней, можно сказать. Если так, ну, пару часов даже. Зашел пару раундов, меня бы хлопнули несколько раз, я вышел нафиг с игры. Плохо, короче, я еще все не открыл. Я долго не собираюсь на это играть. Ох, блядь. Лучше я возьму себе новую часть и там буду нормально нагибать и видос выпускать, а по этой части это вообще невозможно, короче. А, сука, мог перка забрать. Тебе надо перку поставить, чтобы по очкам себе набивать кестрики, а не по убийствам. Я еще перку-то не открыл. Я люблю лучше по очкам. Какой-нибудь ассистом, я не знаю. Раз, очко. Ты, сука. Сука. Ну, сейчас я затупил, конечно. Надеюсь, меня хорошо слышно и достаточно громко. Блять, ну где ты? Вот еще один ложка быть, или это тот и был? Ну, уровень оружия, конец. Поехали. А, полетело нормально. Не знаю, вот Сишка меня не прикалывает играть, но новая часть Сишка это прям великолепная Сишка. Даже. Иди сюда. Эй, лошадь, иди сюда. Так, беспилотник, поехали. Еще один должен быть. Ушел. Патроны, можем не переживать за патроны. Так. Блять. Можно перепрыгнуть, все нормально. Если есть вот эта игра, подписывайтесь, короче. На плойку можно будет вместе поиграть. Я оставлю название моего никнейма от PlayStation 4 в описании. Если кому-то будет интересно. Вот где его поставить? Фиг понимаешь, надо посмотреть, может где-то подняться надо наверх. Блядь. Пролез. За мной пошел. Да. Выиграл пока.
А, понятно, кто меня убил. Я думаю, как он меня убил? Где главное не стрелять немецкие эти слова. Бывает, периодически сами вылетают. Так что, если будет такое, то не обращать на это внимания просто. Вот, игра плавная. Вот это мне нравится в этой части. Это плавно довольно, нежели новый. Блядь, тиммейт, сука, не мог помочь. На первом месте пока. Вот сколько раз меня выпили, фиг вами, что там по КД. КД тоже сейчас не видно, бля. Да, быструю перезарядку поставить, на это оружие будет нормально. Блять. Мина, да? Ну. Вот мина здесь заходит. Там никого нет. Бля, вот карту не знаешь? Вовремя кинул. Сейчас нормально, да. Сколько там? 18 убийств. О, более-менее. Ладно, на этом, я думаю, надо заканчивать. Увидимся в следующем видео. Давайте, пока.